либо ногой, либо рукой. Я не понимаю, как она ногой достанет, но мы будем пробовать сначала ногой. Погнали. На! Нифига себе! Фишки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в комикс Боба. Ну, разумеется, мы уже опять-таки играем за нашу красавицу, вот эту вот Барбару, которую я назвал Барбарой, я не знаю почему. Можете писать свои варианты имен, в принципе, в комментариях. И, разумеется, мы пытаемся сбежать с космического корабля. Я не знаю, получится у нас или нет, но погнали. У нас есть скафандр, наконец-таки, благодаря предыдущей серии мы его достали. И у нас есть опять несколько вариантов. Ну и что мы будем делать? Либо бить его скалкой, либо будем взрывать. Мне кажется, если мы взорвем сейчас торпеду вот эту, она улетит туда и ударит как раз-таки по нам. Да, пробуем все-таки скалкой. Ну, погнали. Давай. Не понял! Нифига себе у них кунг-фу! Ему вообще по барабану! Ты посмотри на его кунг-фу! Я его кунг-фу не могу преодолеть! Бью-бью-бью-бью и не преодолевается никак. Ну, окей. Петарда так петарда. А что мне еще остается? А, она все-таки на него упадет. Я думал, что вот этот горшок, который сверху стоит, он упадет на меня, когда полетит торпеда эта. Но нет, видишь, повезло. Опасность, опасность, опасность. Но есть провода, а есть руль. Давай провода попробуем. Чтобы было написано безопасность. Лол. Сейчас что-то произойдет. Ай-яй-яй, взрезаемся быстрее! Ну кто мог знать? Ну давай рулем. Ну я ж не мог знать, что там появится сейчас вот этот огромный объект. Да, сложно все это предугадать, конечно. Но ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас все будет. Сейчас доберемся до планеты Земля. Если мы разберемся, конечно, как здесь вообще летать. На таком корабле-то. Ну, она, видишь, она супер умной становится, я так понимаю. Либо ей прокачали мозги, эти инопланетяне. Или она шарит, как летать. А может быть, она изначально не была человеком. А откуда мы знаем? Нифига себе зарулила как! Сейчас полетим на землю. Смотри, рычаг сверху. Опачки, а это, видимо, жена того чувака. Либо ногой, либо рукой. Я не понимаю, как она ногой достанет, но мы будем пробовать сначала ногой. Погнали. На! Нифига себе! А видишь, а думаешь, ну как она дотянется ногой? Ну вот как? Рукой-то проще. Не тут-то было, как говорится. Окей. Мы на какой-то планете. Мы, видимо, должны найти летающий корабль для того, чтобы улететь отсюда. Есть лестница, но я думаю, она сгорит в лаве. Давайте попробуем все-таки на вот этом вот воздухе, на этом ветре полететь. Ну, а в чем проблема-то? Неужели лестница не сгорит в лаве? Ну давай посмотрим, посмотрим. Раз такая крутая. Ну давай, поглядим. Опа, так она раздвижная у тебя. Ничего себе ты. Так она может быть даже и не деревянная. Нифига себе. Хитро, хитро. Откуда у нее такая лестница-то? Не хочет его погладить, а он не дается. Блин, надо покормить его. А, блин, мне кажется, он ест не кукурузу, а он ест какие-нибудь металлические предметы. Давай попробуем. На, бери. Это типа твоя косточка будет. Смотри, ему нравится. Опачки! Он такой, да, да, люблю, люблю такие косточки. Опачки. Не понял. Нет, ему не понравилось! Блин, а сначала кажется, все, прошел, а нифига. Взяли, обманули. Кусается, кусается, не дает погладить. Ну окей, кукурузка так кукурузка. Кукурузка так кукурузка. Блин, а чё? А с какой вот стати, да, вот он любит кукурузку? Он же инопланетянин. У него нет кукурузки на его планете. Ну, может быть, ему понравится, откуда мы знаем, да, реально? Давай попробуем. Забирай кукурузку, забирай. Мне же есть много всякого в кармане, чтобы покушать. Я ж могу любое найти в кармане. И арбузы, и ананасы, и апельсины, все что угодно. Нифига себе, он попкорна мне здесь наделал. На будущее чисто. Сейчас соберем, будем есть попкорн, лол. Не, спасибо, от такого на самом деле я откажусь. Не кусай! Ой!
Ну, можем либо в него выстрелить, либо отрезать. Давай отрежем, попробуем ножницами. О, вернули. Живы! А это что за шарик такой? Отрезали от него шарик, и все, и победили, прикинь. Маленький шарик нужно было отрезать. Маленький, малюсенький. Так, летим. Земля, ты где? Блин, у нас корабль, как в Рике и Морти. Давай лазером попробуем. Мне кажется, пузырями будет правильней. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, слишком сильно, да, пузырями было правильней. Мы с пузырь надуем, наверное. Точнее, пузыри даже. И они все просто разлетятся вместе с этими астероидами. Давай попробуем. Ну-ка. А, мы в пузырь залетаем. Ну и так тоже неплохо. Так вполне себе. Летим дальше. Опачки, опять этот пес. Ну ты прикалываешься. Вот тебе зеркало, стреляй. Стреляй, давай, давай. Он испугался своего отражения и сам по себе стреляет. И разумеется, ну что же может быть по-другому, да как иначе? Разумеется, зеркало его отразило. Этот выстрел. Так, у нас есть. Можно пролететь в дырку. Так понимаю, в дыру в этом астероиде. Либо просверлить астероид. Давай пролетим в дыру. А, это между, это не в дыру. Не получилось, не фартануло. Не фартануло. Хотя мы уже были близки, я так понимаю, к этому. К Земле. Там увидел, голубая планета какая-то. Это, скорее всего, Земля. Голубых планет не так уж и много. Я не знаю, сколько их во Вселенной. Не, во Вселенной их тоже, на самом деле, не так уж и много голубых планет. Но в галактике их, наверное, вообще просто не сосчитать. Огромнейшее количество. Так, опять зеркало. А интересно, а что бы делало яйцо? Он бы что, не стал бы стрелять, потому что увидел бы, что у нас есть яйцо? Мы типа такие, сделали бы вид, то, что мы такие. Мы мать, не стреляй. Пощади, я же мать. Пощади, не бей. У меня дети. Прям в этом яйце растут. Ну окей. Сверлим. Режем. Режем астероиды. Опачки. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Готово. Вот и все. Вы боялись. А вот и голубая планета. Видите, я был прав. Мы вернулись на Землю. Боб, ты здесь? А Боб замерзает, оказывается, у нас. Ты что замерзаешь-то? Пошел за курточкой. Ну, тебе надо этого завалить, наверное. Тигра этого саблезуба, который все время тебя атакует здесь. Я не знаю, что это такое. Что это такое? Нифига себе, он эквилибрист или как это называется? Лол, неплохо, неплохо, Боб, работаешь. Там кто у нас опять сидит? Опять овца какая-нибудь? Так, у нас есть кирпич, а есть кока-кола. Ну давай кока-колу. И что сейчас будет? А-а-а, нифига себе, там опять овца сидела, но она уже в куртке сидела. А куртку ты мне отдашь? Так, у нас есть белка, а есть наушники. Хм, вопрос только, что это мне даст? Наушники, видимо, чтобы тепло было, а белку зачем? Овца, думаете, будет бояться белку? Давай наушники. Типа, вот тебе наушники, теплые, хорошие, а ты мне кофту. Нет, нет, ребят, не угадал. Все-таки нужно было белку. Я не знаю, что белка бы напугала бы эту овцу, либо еще что. Просто я не вижу в своей голове, нет каких-то представлений, что овца будет бояться белку. Давай, эквилибрист Боб. Погнал. Разбег взял и полетел. Раз, два. Лол. Справился, красавчик. Разумеется, выгоняем эту подругу оттуда нашу. Овечку. Овечечка, мы пришли. Вали давай. Ну, остается только белка. Забирай белку. А, нифига себе, мои нос пощекотали, она взяла, чихнула и улетела. Офигенно. Нифига себе, у него теперь куртка крутая. Так, теперь шапку нужно искать. О, здесь машина наша. Либо фен, либо разогреватель. А видишь, у нас используются вещи, которые, видимо, мы тогда раньше, не, наоборот, не использовали специально. Ну, давай феном попробуем. Кто знает, что произойдет.
Да, растопили, реально. Реально помогло. Ей! Погнали! Рун-дун-дун. Опачки, опять коп. Давай банан дадим. Подкуп. Тогда ты меня застрелил бананом, а сейчас? Не стреляй, не стреляй! Фу, хорошо. Не стрельнул, смотри-ка, повезло. Ой, это кто такой? Мамонт? Медведь? Блин, я не знаю, что ему сделать. Давай за хвост дернем. За хвост дернем. Ну ты офигел. Ну блин, так все красиво проходили. За хвост дернуть было неправильным решением. Все-таки нужно было стричь, пока он не видит. Ну что, пострижем, не беспокойся. Я даже не знаю, это мамонт, скорее всего, правильно? Может, бизон какой-нибудь? А, какой бизон? Там же хобот появился в конце. Разогреваем. Сейчас уже есть, видишь, такие разогреватели внутри машины. А раньше нужно было со своим феном ходить разогревать. Нормально. Представляешь, кто-нибудь выходит на улицу и разогревает свою машину феном. Неплохо. Бананчик забираем. Забирай, забирай, не стесняйся. Я понимаю, что раньше ты, блин, меня стрелял из этого банана, но теперь не хватит. Хватит это терпеть. Ура! Ну и стрижем. Получается шапка. Прям, не знаю, почему мне напоминает этот Don't Starve. Там тоже нужно было каких-то мамонтов. Или буфало. С буфало нужно было постригать шерсть. Все. И упал куда-то в бездну. Ладно, ребят, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, называем, подписывайтесь в паблик ВКонтакте, ссылка в описании, в шап-канал. Это была игра. Как называется она? Комикс Боб. Комичный комиксный Боб. Разумеется, будем продолжать, если вам нравится. Всем добра.